JBL представляют One Series 104 BTA, обновленную версию уже известных 104-х, только с Bluetooth-приемником. Начинка 104 BT осталась прежней. 60 Вт мощности на пару, 4-дюймовый коаксиальный драйвер и оптимизация под размещение на рабочем столе. По-прежнему доступный AUX-вход и выход на наушники на лицевой панели. Входы TRS и RCA на задней. Подробный обзор оригинальной модели по ссылке в описании. Но теперь мониторы доступны в двух цветах – черном и белом. А самое главное, появился Bluetooth-адаптер и свитч источников сигнала. На лицевой панели появилась кнопка переключения источника входа. Это может быть Bluetooth, AUX-вход, RCA, TRS или все источники сразу.